22 июля в городе Нарвоису в домовом храме святого равноапостольного князя Владимира состоялось приходское собрание, на котором было решено ходатайствовать перед преосвященным владыкой Лазарем, епископом Нарским и Причуским и митрополитом Таллинским и всея Эстонии Корнилием об официальной регистрации прихода в государственных органах. 17 мая по благословению Преосвященнейшего Лазаря, епископа Нарского и Причуцкого, было совершено малое освящение домового храма в честь князя Владимира на месте разрушенного в 1944 году храма. Сейчас на этом месте стоит здание бывшей метеостанции, и город нам 28 марта этого года отдал в пользование безвозмездное на 3 года небольшую комнату, которую мы милостью Божией оборудовали под храм. Это свидетельствует о том, что жизнь в Уснарве на месте разрушенной святыни восстанавливается, что есть люди, желающие и стремящиеся к тому, чтобы приход там был, и готовые трудиться для того, чтобы возродить великую святыню, чтобы возродить замечательный памятник архитектуры, который был разрушен в 1944 году и украшал князь Владимирский собор не только город Нарвоису, но и Идавирму, потому что он был построен в очень красивом русском стиле. И мы надеемся, с милостью Божией Господь устроит так, что все-таки трудами многих людей, неравнодушных к разрушенной святыне, мы восстановим этот храм и будем уже возносить молитву Господу не в домовом храме, а в настоящем, полноценном, величественном храме. Также хотелось бы призвать всех, кто имеет желание, кто может помочь нам в деле восстановления храма, призвать вас для того, чтобы мы всем миром, как говорится, могли восстановить разрушенную святыню. Указом Преосвященного Лазаря, епископа Нарского и Причуского, иеромонах Платон был назначен настоятелем домового храма в честь равноапостольного князя Владимира.